Ребят, все очень просто. Смотрите и рисуйте. Вот тут все взрослые дяденьки, они точно так же. Они бегали от избы к избе, они смотрели. Они только что не ссорились из-за вида и в разные времена. Если шел дождик, они брали зонтик и рисовали под зонтик. Так что надо просто смотреть и работать. И все будет. Спасибо всем художникам и надеемся на дальнейшее сотрудничество.